Всем здорово. Блять. Бучи, смотри в камеру. В камеру смотри. Смотри в камеру. Итак, здорово. Обзор краски H7 от воронежского завода Артон. Что это такое? Это какой-то новый продукт? Хер его знает. Но он попал ко мне относительно недавно. Поэтому в этом видео ты увидишь мою первую реакцию в лайве, в спартанских условиях и вообще, как она себя поведет при условии вечного холода, влажности и моих кривых рук. А общее мнение об этой краске ты узнаешь в конце видео, поэтому досмотри до конца. К слову говоря, мы с вами заодно сейчас проведем тест краски, которая до этого мне в руки вообще не попадала. Это краска H7. Выглядит, кстати говоря, очень странно, то, что я стою тут один хуй пойми где и разговариваю сам с собой. Но, тем не менее, росло H7. Сейчас скинем с вами классический троп. И узнаем, что это за краска, с чем ее жрать. И так далее. На улице прям холодно уже. А я тут показываю, как трава покидать. Но закрас я делаю почему-то полноценный. Но учитывая то, что на улице уже дубак, у меня рука немножко охуела, поэтому мы ускоримся с вами. Ну, кстати говоря, ложится она прям так себе. Может, все дело в золоте. Смотри, какие жесткие потеки, прям мясо. Вполне возможно,
что это самая банальная причина. Это холод. Мы сейчас сделаем большую фень и исправим все косяки. Ну или нет? Сделал даже слишком большую тень. Да, ложится, кстати говоря, отвратительно. Но это я все равно ссылаюсь, что это из-за холода. Можете попробовать переубедить меня в комментах, но что-то я очень сильно сомневаюсь. Такая зимняя покраска. Выглядит неплохо, конечно, но букву Е надо было бы сделать побольше. Да, вон. Жестко течет. Ну, вот это прям классика. Итак, давайте подытожим. Краска H7 показала себя вполне сносно, именно учитывая те условия, в которых я был. Опять же повторюсь, это холодно, это мокро, это криворука. Но, тем не менее, для первого раза я считаю, что неплохо. Естественно, мое мнение может отличаться уже от условий рисования. То есть, если я буду брать ее, например, на какой-либо летний теплый покрас, может быть, она поведет себя еще лучше. Но в холоде она показала себя отлично. Ну, это сугубо на мой взгляд, конечно. Так что пиши, что конкретно об этом продукте думаешь ты. Я обязательно прочитаю твой комментарий и не забывай подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.